Всем привет, ребята, вы на моем канале Софирка Плей. Сегодня мы будем играть в Буге Буга. Сегодня я поставлю свое племя вот здесь. И сегодня у нас война с Софией. Вот здесь поставлю. Вы не можете поставить племя. Ой, я... 21. Будем вместе выживать, окей? То, что я тебе сразу заметил. И который пацан меня убил? Я ненавижу его. Все мои ресурсы, которые я нажил непосильным трудом. Давай вместе будем живой. Или нет? Или будет все война? Давай война. Я ожидал от тебя не такого. Если честно. Вот здесь что ли мне поставить мое племя? Я хочу с тобой выживать, София. Ну давай вместе. А? Пожалуйста. Да, дашь мне свое место назначения, пожалуйста. Будем вместе выживать. Хорошо? Угу. Хоть мои разные племя. Какая музыка? Я могу дрифтовать. Невозможно поставить. Это мое племя. Нет, я тогда буду вместе с тобой. Лева, и не будешь. Все, это мое племя, ребята. Артем не может подбирать, он только может быть пепл. О, да. Ну, все равно похоже, так что я буду пепл, и мы будем вместе выживать, хорошо? Что, София? Договор? Так он твоим племенем. Видишь, София? Я не вижу тебя. А, все, я вижу. Я сейчас пипил его. Да вот. И розовый. Я могу тихо присоединиться к тебе? А я какой? Не, ну похоже. Ну, мы будем вместе выживать. В принципе, мы похожи, да? Угу. У меня есть... Я буду красной девочки. Не иди, она может тебя убить. Я лучше сейчас перейду. Это ты? Вот не, я! Не, вот он я. Не, эти пацаны сейчас тебя убьют. Вот это я плыву. Пёрпл. Это не я, вот он я сзади. Это мы... Давай я поставлю здесь свой... Ну, мы, короче, вместе поставим, хорошо? Угу. Так. Вот это здесь. Вот. Поставь тебе ядом. Или похоже все-таки. Ну, похоже, да? Ну, ладно, пускай будет. Похоже все-таки, да? Я тебя убивать не буду. Ну, ладно, будем вместе в племя. Окей? Ты не мог посмотреть. Ну, это похоже с твоей одежкой, если ты. Похоже? Похоже. Так что никаких... Смотри, посмотри, моя такая, моя такая племя, а твоя такая. Ну, чуть-чуть не отличается. А так, если не смотри, то не похоже, да? Давай теперь выживать. Так, я могу скрафтить штанчики. Мне все ресурсы это. Поставлю вот здесь. А почему? А что это у меня такое, что было? Табак? И у меня все ресурсы сохранились. Слышь, какие у меня ресурсы есть мистические? Слышь. Да знаю. И, короче, смотри, будем тут делать племя. Вот. А-а-а. Почему? Ты. Этот пацан, он меня не трогает, потому что он заметил мое племя. Меня не трогает. Мальчики, не деритесь, пожалуйста. Все, он не будет драться. Он понял, что это наше племя. Не надо. Не надо драться, пожалуйста. Может быть, ты свою... А ну давай без этих значков, что племя здесь. Давай лучше его убей. Напечатала пры. Ты хватит его бить, он тебе плохого ничего такого не сделал. Мне надо ресурсы, София.
Он пускай будет знать, что здесь живут пацаны, у которых, ну и девочки, у которых специальные меры на то, что... Девочка, не бей! Это не девочка. Это мальчик. О, Артём, был у меня мое племя розовое, а твое такое. Давай будем без этих племени. Давай. У меня теперь много ресурсов, и из-за этого мы, наверное, можем что-то сделать. А я пока сломаю это свое. Хорошо? Это мое. А ты пока защищай. Сделай дубинку себе и защищай меня, хорошо? У меня уже есть. Он мне дал, этот пацан мне дал дубину. Это что это у тебя? Подожди. Он мне дал, пацан, что-то. Это не дубина. Это революционная какая-то дичь. Да. Как брось. Можно даже бросить. А давай вот здесь, короче, поставим здесь наше племя. Только меня не бей. Меня не будет. Я просто пустоту хочу убить. А ну-ка, если вот здесь. Это будет мое племя. Все. Это все здесь. А ты не можешь поставить. Красные ты не можешь поставить. Либо я сама и будем жить без этих племенников. Просто в этих одеждах, поняла? Ага. И просто здесь разлаштуемся, хорошо? И будем здесь жить, спокойно жить, хорошо? Угу. Я сейчас тебя случайно убью, София. Не бей. Ты специально? Да нет, хотела просто вот это сломать. Ну и теперь как мне быть, как мне жить? Теперь ломай, давай наслаждайся, что ты меня убил. Мне опять 5 лет к тебе плыть. Что это за? Что это за? Я какую-то лодку многоместную сделал, только я не знаю для чего. И как всегда я в жопе мир. А ты пока ломай, хорошо? А я пока перееду к тебе. У меня есть новость хорошая. То, что тебе и лодка многоместная, поняла? Почему я тебя убила, непонятно. Я хотела твой вот этот. Ломай. Я хотела вот это твое, вот это. Ну, я же говорил, что либо ты меня так можешь... То, что либо ты меня так можешь убить, либо я тебя. Но ты можешь меня убить из-за того, что у тебя 7 голода у тебя, София. Ты сейчас можешь умереть от голода. Либо смотри, какая тактика. Либо я случайно тебя... Либо... Я тебя, знаешь, что делаю? А, не ломай! Блин. Либо сейчас такой план. Либо я тебя убиваю и сади. И твои вещи сохраняются, и ты ешь. Но жизни отнимаются у тебя, София. У тебя жизни отнимаются. Ты если будешь сырое есть, то ты отнимется жизнь. Что у тебя за броня? Почему он мне такую не дал? Это нечестно. Ничего никто не дает. Тебе все время что-то дают. Софин, блин. Пацаны, я их всех убила. Сразу же. Одним ты. Артём, я поняла, что ты ревнуешь. Что я ревную? Почему я? Ты же такая самая лучшая. Давай сейчас еще будем спорить, что тебе все должны давать, а мне ничего не должны давать. А я хотела написать «пыры» и хотела написать «дай моему другу что-то», а он не отвечает, он только по-английски. Надо начать что-то написать. Мое племя, посмотри, какое мое племя, красотка такая племя, красотка племя. У меня розовое племя. У Артёма такая же одинаковая, да? А сейчас к тебе приеду, подожди. У тебя там племя, самом-самом. Я не знаю, может быть, еще именно до тебя я хочу. А, вот здесь надо поставить племя, вот здесь, и где дом надо было поставить. Ну подожди меня, никуда не уходи, я хочу с тобой выживать. Ну мы будем соседями, да? Угу. Но войны никакой. Хорошо. Все. Это... Почему он мне дал броню и эту дичь? Дичь? Да. Шлем, ну это называется, знаешь, такое? Да.
кого? Тут племени висит сверху. Это не мой. Ну, конечно, не твой, он же оранжевый. Бу-ка-ка! Бу-ка-ка! Всем пока-пока, ребята! Вы были на моем канале Суперка Плей. И со мной был Артём! Всем пока!